Сегодня уже заключительный день фестиваля. Это четырехмесячный, достаточно изнурительный, очень сложный, долгий марафон. Это более 150 спектаклей в Москве. Равиль дышит искусством, живет искусством. И, конечно, для нас большая честь и большая гордость – это партнерство. И также возможность, наверное, выразить свое почтение тем дарованиям, которые славят нашу страну. Равиль, на самом деле, одни из моих любимых украшений, потому что у них очень сильная творческая составляющая, и за каждым предметом стоит целая история. Я большой поклонник изделий, изготовленных художниками и дизайнерами под брендом Равиль. Когда мы с нашими артистами побывали в этой удивительной стране, в Зальцбурге, в Вене, в Южном Тироле, в Равиле присутствует практически везде. То есть это такой же, ну, как бы лендмарк этой страны, как Моцарт, как мюзикл «Звуки музыки». Навевает что-то легкое. Даже вот тут рисунок какой-то в виде шопенки балетной. Равиль – это не просто ювелирные украшения, это само по себе искусство в ювелирном воплощении. Каждая наша коллекция – это результат творческой работы наших художников, которые вдохновляются совершенно разными вещами и жизненными явлениями, и потом переносят это вдохновение на эмаль. И каждый дизайн несет в себе какой-то глубокий смысл. В общем-то, именно поэтому мы говорим об интеллектуальной составляющей нашего бренда. Русская культура и русское искусство уже давно стали глубоким источником вдохновения для Равиля, в результате чего вышла коллекция «Русская страсть». Коллекция появилась в прошлом году. В дизайнах этой коллекции австрийские ювелиры настолько тонко выразили самые яркие и самые отличительные черты русского характера, русского менталитета, и при этом обратились к нашей культурной составляющей.